День добрый, уважаемые зрители. Сегодня я хотел бы вам представить замечательный сайт под названием SEOSprint, на котором можно зарабатывать неплохие деньги. Данное видео представлено для тех, кто хочет попробовать зарабатывать в сети интернет. На данном сайте представлено огромное количество всевозможных заданий, за выполнение которых вам будут начисляться деньги. Задания все простые. Далее в видео я приведу пример решения одного из них. На SEOSprint я нахожусь чуть меньше месяца. То есть вначале я просто присматривался к сайту, так тыркал задания, сильно не вникал. И за это время я успел заработать 300 рублей. Ну это где-то 2,5 недели. Что очень неплохо по сравнению с другими буксами. То есть, при том, что я занимался этим не каждый день, ну более часа. То есть если нормально заняться, то можно в разы приумножить данную сумму. Особенно хочется отметить то, что на этом сайте можно получить неплохой карьерный рост. То есть и получив статус бизнесмена, можно спокойно зарабатывать до 1000 рублей в день, толком ничего не делая. Но для этого нужно работать и работать. Сам по себе сайт не требует никаких вложений, то есть вы сами выполняете задания и вам платят за это. Проблем с выплатами на сайте нет, то есть все, сайт исправно платит, все честно. Для того, чтобы вводить заработанные деньги после регистрации, вам нужно сменить статус с прохожего на рабочий. Для чего нужно полностью авторизоваться на сайте, ввести ваш номер телефона, ну это своего рода антибот, то есть, чтобы избавиться от спама и мультиаккаунтов. При регистрации еще нужно будет заполнить несложный тест. То есть, под видео я приведу скрин с правильными ответами, ну и далее видео я покажу, как его решить. После чего нужно заполнить уже в вашем кабинете личные данные, ввести номер вашего кошелька, куда будет переводиться заработанные средства, ну там допустим Яндекс или Вебмани, и обязательно поставить аватарочку, то есть размером не больше чем на 120 на 120 пикселей, и ваш статус автоматически изменится с прохожего на рабочий, и тогда у вас уже будет больше возможностей, то есть вы сможете вводить деньги раз в сутки, а при статусе прохожий там можно вводить, по-моему, раз в 5 дней. То есть, далее я покажу, как регистрироваться. Значит, переходим по ссылочке, которая находится под моим видео. И попадаете вот на вот эту вот страничку. Здесь вы видите, сколько пользователей всего зарегистрировано. То есть 1 миллион 779. Сколько пользователей за 24 часа новых? 3248. И сколько всего выплачено? То есть проект работает 2 года, и за это время он уже смог выплатить 36 миллионов 683 тысячи рублей. Что очень неплохо, то есть сайт хорошо себя зарекомендовал, пользуется огромной популярностью. Также вы можете прочитать о нем отзывы на Вебмани, то есть он аттестован Вебмани, как видите. То есть сайт заслуживает доверия, ну на нем можно работать. Видео я создал для того, чтобы показать, как проводить регистрацию на SEO, потому что часто пользователи при регистрации встречаются с рядом проблем, которые не могут решить, и в итоге бросают регу на полпути. Сейчас я покажу вам, как нужно регистрироваться. Значит, жмем регистрацию, попадаем вот на вот эту страничку. Форма регистрации нового пользователя. Как вас зовут? Пишем сюда свое имя. Меня зовут Вадим. Укажите ваш действующий email. Лучше указать свой рабочий email. Так, ID вашего рефайра, вот это мое ID, то есть 18-636-16. Далее вводим капчу, жмем продолжить. Попадаем вот на вот эту вот страничку. Здесь должно быть ваше имя, ваш email, ваша страна, кто вас пригласил. Вот это я, Вадим, вот оно мое ID, вот нарисован тигр. Далее нужно будет решить тест, то есть прочитав правила и условия, вы сможете решить его сами. Ну, сейчас я вам покажу, как это сделать быстрее. Рекомендатель. Так. Так, вот все, заполнил данный тест. Жмем зарегистрироваться. Все. Дальше. Сохраняем вот эти вот данные, потому что они здесь не сохранятся. То есть копируйте в блокнот под этими данными, вы будете заходить в свой кабинет. То есть, если сейчас вы закроете свою вкладочку, то эти данные пропадут, и вам придется заново регистрироваться по другим email. Так, все, дальше
я не могу вам показывать, потому что если я зайду под этим, меня забанят за мультиаккаунт. Далее я покажу вам, как работать со своей странички. Значит, входим в личный кабинет. Так, вот. Вводим свои данные, вводим капчу. Заходим. Так, вот здесь у вас должен быть статус прохожий. Чтобы его изменить, нужно зайти в мои личные данные. Здесь подтвердить номер телефона. То есть ввести вам придет смс. Ну, это антибот. Я об этом уже говорил. То есть номер, ваш номер здесь больше использоваться не будет. Так, вводим род деятельности, семейное положение, пол. Далее вводим номера своих кошельков. Номер, на который будут перечисляться деньги. Ну, можно Яндекс, можно WebMoney. Разновидностей много. Ставим обязательно аватарку размером 120 на 120 пикселей. Самое максимальное. Так, и после чего вам нужно будет все это подтвердить. То есть ввести ваш пин-код, который вам дали при регистрации. Ввести его сюда с помощью вот этих кнопочек. На клавиатуре ввозить его нельзя. Жмем «Сохранить изменения». После чего ваш статус автоматически меняется на рабочий. Далее я покажу вам, как делать серфинг сайтов. Так, вот видите, этот кругляшок, это своего рода антипод. Жмем на него, и вам открывается ссылочка. Вы попадаете на сайт, здесь есть таймер. То есть после завершения этого времени вам будут перечислены средства. То есть ждем. Так, после завершения времени вот появляются звездочки. Считаем их количество. 7. Ставим. Все. Нам перечислены средства. Так. Но самое высокое, то же самое проделано с чтением писем. Прохождение тестов. Но самое высокооплачиваемое здесь это выполнение заданий. То есть задания здесь можно убирать по категориям. Только регистрация, только крики, социальные сети. Допустим, если у вас есть страничка ВКонтакте или Одноклассниках, вы можете вступать в группы. То есть сделать репост, ну и приглашать в нее друзей, за что вам будет платить деньги. Вот 10 рублей, 5 рублей. В принципе, заданий много. 26 страниц. То есть ограничений на выполнение заданий нету. Можете делать хоть целый день. Далее, самое высокооплачиваемое, это, ну, допустим, написать отзыв. То есть вам нужно будет написать отзыв о магазине. После того, как вы нажмете, вот читайте текст. Тут все подробно описано, что как делать.